Здравствуйте, мои хорошие! На канале снова с вами Лина. Добро пожаловать на мою домашнюю кухню. Сегодня мы с вами приготовим пирог. Пирог с рушами. Я буду готовить руши у меня из варенья. Вы можете готовить с груш консервированных, с компота, какие хотите, со свежих. Давайте будем приступать. Для этого нам понадобится груши. Консервированные, маринованные, какие хотите. Сахар, масло подсолнечное, соль, мука, яйца, сода, ванильный сахар, кефир, форма 22, смазанная маслом или бумагой, положите, как хотите. Разогрейте духовку 180 градусов. Давайте будем приступать. Духовка греется. Занимаемся тестом. Выливаем кефир. Высыпаем соду, гасим, уксус добавлять не нужно, потому что у нас кефир кислый, и мешаем. Перемешали, делается быстро. Вы знаете, я делаю вечером, почти можно сказать ночью. Почему? Решила, что завтра завтракать. Видите, как пенка. И решила сделать пирог на завтрак. Вот смотрите. Видите, какая пошла пенка? Гасится сода. Аж шипит. И сейчас мы быстренько делаем. Взбиваем все миксером. Добавляем яйца. Это очень быстро, ребята. Сахар. Все взбиваем в кучи. Пожалуйста, и масло. И мука. Все добавляем. Это делаем быстренько-быстренько. Ванильный сахар на вкус, сколько вы хотите. По вкусу. Щепотка соли тоже по вкусу. Я делаю быстренько, чтобы вас не заморачивать, как говорится. Вот, перемешиваем ложечкой это все. Вот так вот. И взбиваем миксером. Хорошенечко взбиваем миксером. Тесто готово. Высыпаем наши груши. Как всегда, рецепт и пропорции под видео. Высыпали груши в тесто и перемешали хорошенечко. Очень быстро. И завтрак у меня будет завтра готов. К чайку я буду иметь замечательный пирог с консервированными грушами. И выливаем. У меня 22. Можете брать 20-ку. У меня формочка 22, ребята, смазанная маслом. Духовка горячая, 180 градусов. Выливаем. Хорошенечко. И ставим в духовку на 40 минут. Прошло 40 минут, ребята. Вот я достала наш пирог. Смотрите, какой замечательный получился. Приятного всем аппетита! Ну что, ребята, закончили мы готовить наш пирог. Получился замечательный, вкусный, аппетитный. Пробуйте. Пишите мне в сообщениях. Я буду очень рада. Понравился вам, не понравился. Если вам нравится мой канал, подписывайтесь. Ставьте колокольчики, чтобы получать мои новые рецепты. Я буду рада всем друзьям. Будьте здоровенькие. Доброй вам ночи, так как я не днем делаю, а ночью. Всего вам хорошего. Будьте здоровы. На канале с вами была Лина. Пока-пока!